Приехали под плотиной, бабушка висела, не хотела выходить. Славка, держи катер. В нижнем городе Тагиле сотрудники водно-спасательной станции, оснащенные катером, спасли от лютой погибели 66-летнюю бабулю, которая сиганула в городской пруд с плотины на улице Челюскинцев, что рядом с Лисьей горой. Что подвигло пожилую женщину прыгать с моста, выясняется. Может, жить надоело, а может, наоборот. Житуха заколосилась, и она решила искупаться на старости лет. Но факт, что ей повезло, ну или наоборот, в зависимости от поставленной задачи, не повезло по меньшей мере дважды. И оба раза связаны с торчавшей из воды арматурой. То есть первый раз отчаянной бабуське проперло, что она рухнула в воду, причем на приличную глубину, а не насадилась на штырь и не убилась об дно. А второй раз ей свезло в том, что независимо от цели купания, сильнейший инстинкт самосохранения в ней все-таки сработал, и она зацепилась руками за арматурину, и только благодаря этому ее течением не засосало в плотину. Ну и еще, наверное, ей повезло в третий раз, в том плане, что ее увидели прохожие, сообщили спасателям, а у тех катер, в общем, успели. Один спрыгнул в воду со спасательным кругом, надел его на бабуську и вытащил на берег. В целом, казалось бы, хэппи-эндорфин. Но с таким отношением 66-летней женщины к жизни, есть мнение, что этот прыжок с плотины был в ее жизни не последним. Нет, бабушка у нас, нужна скорая или что, она замерзла. Жить не хочет, говорит. Сюда на мост, да, прям вот где-то, я не знаю, как тут, скорую или как, или сейчас переправить ее куда-то.